Здравствуйте, неделя в эфире. Значимость всех, казалось бы, масштабных событий на этой неделе рухнула после убийства Бориса Немцова. Политика демократа убили в пятницу вечером, когда наша программа была уже практически смонтирована. Вызов, провокация, заказ, оценок много. Жалко, во-первых, человека, во-вторых, то, что в нашей стране это убийство стало возможным. А в неделе поговорим вот о чем. Жертва ради политики. Кто и сколько способен отдать, чтобы поддержать российский политический курс? И с какими требованиями выйдут те, кто с ней не согласен? Интервью с региональным лидером партии Навального Дмитрием Родиным. Отец украл собственного ребенка. 5 месяцев мать пыталась его вернуть. Бесцеремонность российских медперсон, артистов, спортсменов докатилась, похоже, и до нашей области. Как это было? 30 лет с начала перестройки. Кто кем стал и о чем вспоминают люди, которые тогда только начинали, как принято сейчас говорить, жить. На события недели посмотрим вместе с журналистами Сергеем Хомутовым и Татьяной Юлаевой. Громкое задержание ознаменовало эту неделю в отношении директора государственного учреждения жилого, коммунального и социального строительства Оренбургской области Асхата Зиганшина и его заместителя Жданова возбуждено уголовное дело. Структура, несмотря на сложное и вроде бы рядовое название, серьезная. По сути, это учреждение занимается тем, что контролирует и принимает все строительные объекты области и относится к правительству. Зиганшин через своего зама якобы требовал с руководителя коммерческой организации, видимо, застройщика, взятку в 2,5 миллиона рублей за подписание акта работ. Все это, по словам следователей, через угрозы и шантаж. В пятницу стало известно, что при задержании Зиганшина и Жданова был ранен полицейский. Дочь Асхата Зиганшина нанесла ему удар ножом в горло. В правительстве области же говорят, что о криминальной деятельности руководителя подведомственного учреждения ничего не знали. И продолжим криминальное начало недели. Как поделить ребенка? Похоже, звездная привычка бывших супругов делить, красть и охотиться за своими же детьми докатилась и до обычных людей. По примеру актера Алексея Панина, футболиста Киржакова, бывших мужей Гурцкой, Арбакайте и Рудковской пошли жители Гая. На этой неделе разгорелся скандал вокруг семей. Бывший муж Анастасии Ковтонюк забрал после развода ребенка, и 5 месяцев мать, по ее же словам, не могла найти своего сына. Лишь на этой неделе Анастасии с помощью судебных приставов и полиции удалось забрать мальчика. На этой неделе на портале gay.rf появилось интервью с женщиной, которая рассказала, что уже 5 месяцев не видела своего ребенка. После развода бывший муж забрал его, хотя 3 раза в неделю мог встречаться с ним по решению суда. В итоге речь уже шла об объявлении мальчика в розыск. Единственный способ забрать у нормальной, как говорится, адекватной матери ребенка, это заявить, что она жестоко обращается с ребенком. Это был единственный для него выход. Что он и сделал. Практически с самого начала пропажи мальчика об этом было известно и полиции, и отделу опеки, и судебным приставам. Но никто ничего либо не мог, либо не хотел делать. Исполнение его затянуло, служба судебных приставов исполнителей, по той причине, что им также никто не открывает дверь. И есть информация у судебных приставов о том, что ребенка, возможно, в квартире в настоящее время отсутствует ребенок. В связи с чем, конечно, будут сейчас предприниматься попытки и написание заявления о розыске ребенка. Зато оперативно смогли отреагировать все службы уже на следующий день после того, как эта история попала на информационный портал. Судебные приставы, сотрудники вневедомственной охраны, представители органов опеки попали в квартиру, где проживал мальчик с отцом и его родителями. После неоднократных переговоров с бабушкой, с дедушкой нам все-таки открыли дверь. И бабушка с дедушкой не отдавали ребенка. Все-таки мы отобрали и передали матери. А чего в итоге добились все? И родители, которые не могли найти общий язык, и все службы, которые могли и должны были решить этот вопрос в самом его начале, добились того, что ребенок толком не знает, кто его мама. Никита, Никит, Никитушка, где мама? Где мама? Нету. Как это нету? А это кто? Это кто? Мама. Мама, правильно. Видишь, получается, ребенок, у него раздвоенное сознание. Сейчас ребенок будет проходить медицинское обследование. Все эти 5 месяцев в поликлинике не был. Прививки не делали. Но похоже, что теперь не обойтись и без помощи хорошего психолога.
Ситуация уже стала привычной для последнего времени, если принимать во внимание российскую тенденцию воровства собственных детей. Но у нас вот, что интересно, ребенка приставы вернули ровно на следующий день после того, как скандал получил огласку, ни раньше, ни позже. Почему? Что послужило волшебным толчком? Или это все-таки совпадение, мнение экспертов? Что общественный резонанс подстегнул эту ситуацию, это 100%. Но я не думаю, что они ничего не делали на этом протяжении. Но вот возможностей у них не так много на самом деле, как нам кажется. А сегодня это на самом деле тема модная, тема раскрученная. Возможно, даже некоторые сегодня, глядя вот на эти раскрученные, на то, как раскручивается эта тема на центральном телевидении, да и в печати. И возможно, что это откладывает какой-то отпечаток на сознание наших местных людей, что а почему бы, муж думает, а почему бы мне не попробовать, не пошантажировать. Мы же не знаем, чем эта история у них, в смысле, что там у них в семье случилось, и почему он ушел и прихватил с собой сына. На этой неделе нас лишили права выбирать глав городов и районов. Теперь это будут делать некие комиссии. Вот что активно обсуждали на этой неделе после очередного заседания ЗАГСОБа. Но как-то мимо всеобщего внимания прошла одна важная тема. И насколько трагична ситуация с Бузулукским бором, настолько комично ее обсуждение депутатами. Накануне заседания на уровне всех фракций, в том числе и оппозиционных, было решено отправить обращение к президенту и правительству по поводу недопустимости добычи нефти в Бузулукском бору. Ведь именно председателем правительства Дмитрием Медведевым подписан документ, открывающий дорогу проведения конкурса на добычу нефти. Вот он. По сути, вполне понятно, почему депутаты свое несогласие решили выразить именно Дмитрию Медведеву. Даже предлагали с требовательным письмом отправить представителей, но передумали, или вернее передумали за них. И в последний момент недовольство было решено отправить в Министерство природных ресурсов, которое и роли особой в решении судьбы Бузулукского бора не играет. После того, как стало известно о такой быстрой смене ориентации наших депутатов ЗАГСОБа, мои коллеги пошутили, лучше бы отправили свое фи гардеробщице из правительственного дома. Она и то Медведева видит чаще. Отличились на этой неделе и депутаты Госдумы, отказавшись от 10% заработка в пользу пострадавших от кризиса. 40 тысяч из 400. И это при том, что каждый из этих людей косвенно имеет хороший бизнес, ну или доход. Бессеребренников – единицы. Но и для них зарплата в 400 тысяч – неплохое подспорье, явно не учительское. Кого спасет эта публичная жертва депутатов в 10%? То есть зарплате 10% – это все равно, что у петуха отнять там 3 зернышка, да? А 400 там скольки, 50 – 10%. Я понимаю, процентов 30 бывает. Ну, тогда как-то ощутили бы и люди. Местные же депутаты, в том числе и ЗАГСОБа, сокращать свои доходы в пользу государства не собираются. Правда, кто-то готов, а кто-то, считай, и так живет небогато. Можно и на 50% подрезать. Извините меня, в Госдуме такие зарплаты. Я считаю, и в нашем законодательном собрании достаточно высокие зарплаты. Вот, какая зарплата у депутатов? Вот у меня 83 тысячи. И заработные платы, по отношению, скажем, заработной платы у наших коллег в Государственной Думе, они в разы меньше. Поэтому такой вопрос не обсуждается. Кому нужны такие публичные жертвы? Бюджету, нам, людям или самим депутатам Госдумы для имиджа? Такие гигантские расходы на саму Государственную Думу и на аппарат Государственной Думы, конечно, давно и прочно не оправданы, потому что никакого доверия у 90% населения, боюсь ошибиться в точных цифрах, но процентов 70-80 точно не доверяет нашим законотворцам. Вот. Ну, давайте ее просто распустим. Даже если депутаты Госдумы станут получать примерно на 40 тысяч рублей в месяц, разница со средним заработком людей по России будет больше, чем в 10 раз. То есть мы получаем в лучшем случае в 10 раз меньше этих людей, ничего, живем. Причем пропасть в зарплатах простых людей и тех, кого они выбрали управлять страной, с годами растет значительно. Для сравнения, в 1989 году депутат Верховного Совета в среднем получал 1000 рублей, от 600 до 1500, а простой человек около 200.
Сегодня средняя зарплата на ресурсах по поиску работы 30 тысяч рублей, а депутат Госдумы получает 400 тысяч. Итак, 30 лет назад депутат получал в 5 раз больше обычного человека, а сейчас в 13. Пропасть между нами и ними стала глубже, больше, чем в 2 раза. Вот если бы, наверное, каждый из нас мог регулировать там себе заработную плату, устанавливать так, то, наверное, мы бы тоже хотели получать небольшие деньги. Но дело в том, что депутаты сами себе устанавливают заработную плату, а все остальные люди, им устанавливает их работодатель, да, заработную плату. Поэтому мы не можем с ними никак сравняться, нам их никогда не догнать. И эта тенденция, к сожалению, идет только к увеличению, потому что даже если вот эти 10% убрать, то ближе они к народу, ну, по своему финансовому обеспечению не будут. Между тем, еще месяц назад средний чек россиянина в продуктовом магазине вырос до суммы в 578 рублей в 2 раза. Так что выражение «меньше, чем с 500-ной бумажкой в магазин теперь не зайти» подтверждается и официальными данными. И при этом стало известно, что около 8 из 10 россиян одобряют такую ситуацию в стране, поддерживают президента, готовы терпеть нужду ради присоединения Крыма. Таких из нас 85%, хотя, скорее всего, из вас, потому что каким-то странным образом я в магазинах или в каких-либо других местах таких людей встречаю крайне редко. А вот какой выход для себя из этой ситуации многие люди видят, расскажем во второй части программы. И мы продолжаем неделю. Завтра весна, и не только календарная. Так планировали назвать митинг, запланированный на воскресенье, 1 марта. Антикризисный марш. Несмотря на громкое убийство демократа-политика Бориса Немцова, он все-таки состоится в Оренбурге. Всю субботу решалось, будет ли вместо антикризисного марша весна траурный митинг. Ясно было одно. От мероприятия отказываться никто не собирается. И траурного характера ему не избежать. Если отстраниться от темы убийства Немцова, то к 1 марта партия Навального, партия «Прогресс» в Оренбурге готовилась давно. Правда, приглашения появились только в социальных сетях. Ни рекламы в СМИ, ни агитации на улице, не считая раздачи листовок, да и то в незначительном количестве. Акцент в агитации делался на миролюбивость участников акции и согласованность антикризисного марша «Весна». В Оренбурге к его организации имеют отношение всего 4 человека. Дмитрий Родин, лидер регионального отделения партии, трое его друзей. Больше людей в рядах этой партии в Оренбурге нет. Александр Жарков накануне антикризисного марша встретился с Дмитрием Родиным, опять же, до гибели Бориса Немцова. Он попытался выяснить, для чего нужен марш в его запланированном антикризисном виде. Какие цели преследуют организаторы и смогут ли представители регионального отделения партии соответствовать имиджу Навального? Дмитрий, Родин против Родины, ведь принято считать, что партия Навального в какой-то степени баламутит людей. Абсолютно нет, это неверное утверждение. У разных людей разное отношение к Алексею как к личности, но то, что делает его команда, то, что делают люди, которые увидели в нем лидера, вполне разумные и правильные вещи. Это такие проекты, как Фонд борьбы с коррупцией. Это проект «Роспил», «РосЖКХ». Ну, смотрите, ну вот эти вот проекты, которые вы сейчас назвали, да, «Роспил», да, и так далее, это ну, такая публичная деятельность Навального. Сравнивая проекты «Роспил» и деятельность вашу здесь, не деятельность партии, а вот какие-то... На сегодняшний такие? Момент мы зарегистрировали, начинаем работу, вот начиная с этого мероприятия. После проведения митинга я надеюсь увидеть тех людей, которые встанут вместе со мной в одну команду и будут развивать эти проекты. На сегодняшний день их не существует, потому что ну, один человек не может просто-напросто заниматься всем этим. Навальный чуть ли не считается главным врагом президента, ну и соответствующие выводы можно делать. Скажите, вы, как только зарегистрировали здесь региональное отделение, чувствуете какое-то внимание со стороны, скажем, спецслужб? Особо не заметил. Во-первых, когда зарегистрировали оренбургское отделение, оно прошло без сучка и без задоринки. В России на 45 отделений было подано 250 заявлений о регистрации. В Оренбурге зарегистрировали с первого раза. Вот 1 марта здесь соберется, предположим, много людей. Что дальше? И если соберется мало людей, тоже что дальше? Если соберется мало людей, но мало золотник да дорог, и с этими людьми мы будем
работать вместе в одной команде. Если придет много людей, на что я очень надеюсь, то мы добьемся сразу двух целей. Я считаю, что нас услышат, я считаю, что нас заметят и выйдут с нами на диалог конструктивный. Ребят, вас много, мы вас услышали. Если вы, по сути, как бы являетесь представителем несистемной оппозиции, да, будет ли какая-то конкурентная борьба с действующей оппозицией КПРФ, там, «Справедливая Россия» за количество людей, которые будут, должны приходить на митинги, или нет такой борьбы? Я думаю, борьбы этой уже не будет, потому что действующие партии дискредитировали, ну, вообще, в принципе, партийную работу. На сегодняшний день люди, ну, оренбуржцы не верят им просто-напросто. Как вы относитесь к политике Берга? Ведь он не любит, когда люди собираются на какие-то митинги, на какие-то акции протеста. Вот как к этой политике относитесь? И будет ли у вас какое-то с ним... Что значит, как я отношусь? У людей есть конституционное право выбирать, собираться. И мы должны этим правом пользоваться. А от того, что какой-то человек, неважно, губернатор он или кто-то еще, не хочет или ему это не нравится, но это его личное дело. У людей есть это право, данное Конституцией. Мы должны его использовать. Придите, пожалуйста, скажите о тех проблемах, которые у вас есть. Только так. Понятно. Все, спасибо большое. Настроение организаторов антикризисного марша трудно оценить как протестное, считают наши эксперты. Выйдем против кризиса, против войны, против коррупции. А кто же за них-то? Ну, я с интересом посмотрел интервью. Ну, в принципе, заявитель основной, насколько я понял, Родин, ну, он не скрывает, как бы, своих некоторых политических амбиций. Он рассчитывает привлечь большое количество участников антикризисного марша. Может быть, кто-то купится. Ну, а кто же за кризис-то? Нельзя же проводить марш, там, мы за кризис, да? Естественно, все это как мы за мир. И общая демонстрация 1 мая, мир труд май. Другое дело, насколько много людей выйдет. Ну, весна, с другой стороны, гормоны играют, так сказать, некоторые заболевания обостряются. Я вообще не хожу на митинги, только если по долгу службы. Потому что я не считаю, хотя я не осуждаю тех людей, которые ходят на митинги. Возможно, что они иногда и помогают решать какие-то действительно проблемы. Ну, например, если где-то не выплатили заработную плату, да, люди остались без средств к существованию. Мне кажется, это не тот уровень решения проблемы. Ну да, может быть, я не вижу в этом никакого особого смысла в том, чтобы мы выходили на эти митинги. Людей лишили стабильности, и народ устал от неопределенности. А ведь 30 лет назад жители нашей страны так хотели перемен. Глоток воздуха, гласность, кооперативы, джинсы, варенки, сухой закон. Все это о времени под емким названием «перестройка». Ровно 30 лет назад в России, а тогда еще СССР, за короткий срок перестроили и перекроили экономику страны, внешнюю политику и сознание людей. По историческим данным, все началось весной 1985 года, когда руководил страной Михаил Горбачев, пришел к власти. А свой пик перестройка пережила 2 года спустя и завершилась громкими событиями 91-го. За эти годы россияне испытали многое, от эйфории от новой жизни до полного неверия в светлое будущее страны. Как это было в Оренбурге, о самой спорной реформе 30-летней давности вспоминаем вместе с героями нашего сюжета. Михаил Сергеевич появился и начал говорить о том, о чем мы говорили на кухнях. О том, что жизнь требует перемен. Тогда вот первое впечатление – это как глоток воздуха. Перестройка – это же правильно, это хорошо. Время такое подъема. Время надежд. Вот я бы вот это время назвала временем надежд.
приходит новая волна людей, новые веяния, новые подходы, и это был определенный энтузиазм. 1985. Новый генсек значительно моложе предыдущих руководителей, со своей идеологией и свободной манерой держаться на публике. Принес ветер перемен. В Оренбурге тогда появились ресторан нового времени «Чулпан», кооперативные ларьки. Вместо танцев стали ходить на дискотеку, одежду покупали на толчках и вдыхали воздух, пахнущий переменами. Готовы были строить новую историю, вспоминает ныне бизнесмен и политик, а тогда молодой и энергичный партийный работник Владимир Киданов. Вступая в ногу со временем, смог наладить свой бизнес, который успешен и сегодня. Говорит, что сначала помогала вера в лучшее от перемен, но эйфория довольно быстро сменилась общей депрессией. Перестроили так, что появился сухой закон, пустые прилавки и очереди. Строим дома, вселяем, а потом хоп, оказывается, денег нет у предприятий. Это вот сейчас, через 30 лет, можно сказать, мы тогда поступили бездумно. Что надо прописать было, надо просчитать было, надо состыковать все хозяйство. Я помню, как с талонами моя жена с дочкой на руках по 3 часа шла в магазины, пустые магазины были. Стали возможны новые системы в образовании, эксперименты и свободный доступ к запрещенной литературе. Творческий подъем в педагогике и жажда работать. Так вспоминает начало перестройки тогда учитель биологии, а сейчас начальник отдела образования по Южному округу Любовь Токмакова. Но, к сожалению, продлилось это недолго. Подрастающему поколению передать веру в лучшее взрослым удавалось с трудом. Мальчик, он говорит: «Любовь Михайловна, я когда вас слушаю, у меня вот так. А на улицу выхожу и вот так». То есть то, что мы говорили, входило в противовес тем, что творилось в обществе. Надежды все же оставались, добавляет Любовь Токмакова. Даже когда учительство, как и другие сферы, по сути, опустили на колени. По много месяцев не выдавали зарплату, а на ремонт школы просили деньги у родителей. Там джинсы, это мы еще были достаточно закрыты, там как ты одеваешься, еще не очень обращали внимания, а тут без зарплаты вообще все одевались, учителя. Вот в 7-й школе потолки падают, денег на поддержание образования нет. Верили, что это пройдет, что это временное явление. Думали об экономике, даже собирались в клубы, чтобы обсуждать, как идти новым путем, вспоминает председатель торгово-промышленной палаты, а тогда обкомовец Виктор Сытижев. Он был один из первых, кто пустился в открытое пространство кооперативов и акционерных обществ. К слову, довольно успешно. Появилась идея создать первое акционерное общество в Оренбургской области. Оно было создано, регион так называлось, общество, из которого вот остался немного, в том числе телеканал региона остался. Был свежий ветер, и пресса изменилась, язык прессы изменился, статьи, которые там печатались, они изменились. То есть появилась определенная свобода в волеизъявлении. Свобода слова, свобода критики, новости без купюр – пожалуй, это то немногое, что действительно осталось в плюсе после реформы, которая весьма ярко отразилась в народном творчестве, анекдотах о Горбачеве, о подарках в виде куска мыла и водки как валюте. Я не знаю, как кто, но журналисты, на мой взгляд, это ощутили одними из первых. Потому что, во-первых, убрали цензуру. Потому что раньше, прежде чем газету подпишут в печать, и она пойдет в типографию, ее должны были обязательно, как называли, залитовать. То есть нужно было отнести человеку, который вот это все читает и просматривает с точки зрения, нет ли там какой-то информации, которая может навредить. Это сразу убрали, и появилась возможность писать очень о многом, о каких-то темах, на которые мы никогда не писали раньше, как-то было табу. Такая вот определенная свобода слова, она действительно при Горбачеве появилась. И ему за это, Михаилу Сергеевичу, журналисты могут сказать большое спасибо. Мне даже кажется, что она была больше, чем сейчас. Но на самом деле оптимизм был удивительный. Вот. Какое-то социальное ожидание, перемен. Просто они назрели, и этих перемен очень хотелось. И очень хотелось практически всем. Наоборот, сейчас время усталости. Все поняли, что что-то у нас совсем не так. И все не совсем так пошло, как хотелось бы. Из этого мы практически никаких прелестей не получили. Основными международными организациями мы тихо поссорились. Какая тут надежда? Тут только самоизоляция возможна, или отыграть ситуацию, на что действующее правительство никогда не пойдет. Все, тупик. Что принесет нам ветер перемен уже на следующей неделе? Надеюсь, ничего трагического, только весну.
Как принято говорить, время надежд на мир и веру в лучшее. До встречи.